Здорово, друзья, это Ник 86, и в этом видеоролике, ребята, мы будем собирать кухню. В общем, заказал кухню на этом сайте «Мир нестандарта». Так, это их почта. Это карта, как доехать. Вот, в общем, ребята, смотрите. Как вы помните, кухня у меня небольшая. И здесь много нюансов. Как вы видите, кран стоит слегка выше. Он должен стоять здесь, а он здесь. Резать ничего не хочу. В общем, будет гарнитур у меня чуть повыше. Второй нюанс – газовая колонка. Мы ее закрывать не станем, потому что, блин, вдруг что вспыхнет. Ну, я это не хочу. И нам нужно, чтобы вытяжка идеально совпала с плитой. В общем, долго вымеряли, смотрели, что и как, в общем, чтобы никакого смещения не было. И третий нюанс, маленькая стена, и получается гарнитур заканчивается вот здесь. Как-то не очень красиво, но посмотрим, как мы все обыграем. Шкафы будут по потолок, на 8 сантиметров пониже, вот так вот. Закрываться будет все. Так, какая должна плюс-минус кухня быть? Сейчас мы найдем чертежи. Так, это вот ее нарисовали. Какая она будет? Самая простая, недорогая. Вдохновение получил, сейчас покажу от чего. Да, вот. От этой кухни я сделал такие же полусферы. Рисунок будет очень похожий. В общем, плюс-минус кухня будет похожая, только цвет будет другой, структура будет такая же полусфера, такой же ящик, в принципе, вытяжка будет закрытая. У нас сейчас уже балуется тут, ему интересно. Но у меня здесь будет не сфера, а вот такой шкаф, ромбом. Это всех лучше и недорого, и не скрывает лишнюю полость. Столешница будет черный камень. Вот. Так, мойка тоже черная. Типа под камень, имитация. Это не пластик, это заливали. Кран будет тоже черный. А фурнитура вот такая. Вот ручки, хром, ножки, хром, и, ну, естественно, это полозья, где будут ящики ходить, это на подшипниках, это доводчики, все очень просто, в общем, ценник за всю эту кухню, в общем, вот, за всю эту кухню 55 тысяч рублей. И в чем фишка, друзья, если вы заказываете в магазине эту кухню, то она будет стоить не 55, а где-нибудь 70-75. Я заказал у производителя напрямую. Все, отец приступает к сборке. Я тоже буду помогать. Но у меня там будет фишечка еще другая. Я буду делать балкон, но это другой же видос. Тоже помахай рукой. Ну, просто сиди. В общем, ребята, промежуточное видео. Отец вон собирает. И мне все помогает. Ему все помогают. Так, что у нас получается? Мойка. Здесь у нас получается стеллаж под плиту и духовой шкаф. Сейчас он наярит, бьет. Вроде как сюда шкаф, либо сюда. Так, 58. Смотрим, куда подходит. Вроде сюда. 58. Да, в аккурат, прям в плитирочку. Тот шкаф сюда подходит. Все правильно. Остался, значит, сюда шкафчик и полусфера. Иди, ложи. Тихо, 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 тихо. Бери руку, ставь сюда и двигай. Все, все, двигай. Ее пилить надо. Раз. В общем, ребята, столешница почти подходит. Вот, чуть-чуть вот они вот впритык сделали. Выпилим по ширине этой стене, а здесь все равно будет бордюр. Так, и вот смотрите, низ полностью собран, я имею в виду каркас. Вот, осталось вот еще верх каркаса и пошли уже фасады.
что попытки такие? Опа. Все влезло, все нормально. Здесь у нас зазорчик, пофиг, здесь будет этот плинтус. Короче, ее, если возможно, маленько еще туда нужно будет. Там вот труба еще мешает от канализации. Опа. Вот здесь видишь, все нормально. Все красиво. Ну вот, ребята, пошли уже запилы. Пилим, чтобы потом все можно было нормально подключить. Устанавливать и то. Вот это вот самое сложное, я мучился. Все кругом выпиливаешь. Под краны вон выпиливаешь. Сейчас вот под розетку выпиливаю. А, там, да, там еще розеточка. Вот я под нее и делаю. Хватит нам руку протянуть туда. Ну и все. Ну и все. Все окей. Нормально ставится. Зря мы такую царапку. Нет. Крыцатки делать некуда. А это мастер разделочная доска. Да, разделочная доска. Или в гараж возьми разделочная доска. Ну все. Надеемся, что все окей. Все четко. Итак, ребята, промежуточный этап, самый сложный, уже позади. Врезали. Тут все идеально. И вот что мне не нравится, здесь вот бортик слишком маленький, 5 мм. В общем, шаг лево, шаг вправо, это расстрел. Она просто пролетит, либо будет щель такая. Но отец все замерял очень долго, и все идеально получилось. Да недолго. Но все равно размечал хорошо. Раза три перемерял все. Угу. Ну все, ребята, что? Дальше будем собирать и будем уровень, показывать. Уровень так. Угу. И так делаем. Уровень. Угу. Кухня собирается. Так, стеллажи уже все готовы. Теперь нужно все повесить. Вот крепление. Вот так все выглядит. Будет все четенько. Ну, примерно вот так все получается. Здесь по вылету идет регулировка и по высоте. Так, понравилась стиралка. Вот это. Все, ребята, погрузили. Купили вот здесь вот. Кто в Кузнецке, заходите. Так, а мне нужно как-то тут уместиться. Пам-пам-парам. 11 вообще топ. Ну вот, ребята, вот и стиралочка стоит на месте. Все четенько, все красиво. Работает. Уместилась. Открывается вот до этого уровня. Да, маленько упирается, но ничего страшного. По стилю все огонь. Тут черные и серые, тут черные и белые. Все светленькое, все супер. Ладно, идем дальше. Итак, господа, товарищи, друзья, кухня. Внутрянку пока показывать не буду. Вот фасад собрали. Вверх. Теперь низ. Так, тут пока вот. Все четенько. Здесь потом будет плиточка. И самая больная тема, когда выпиливается под раковину, потом начинает все бухнуть. В общем, строительный герметик не используйте, типа вот тут вот замазывать. Используйте любой автомобильный, но я взял самый дешман. Он жиденький и покрывает все идеально. Но нужно два слоя, видите, поры остаются. Вот, все обрабатывается, и даже если вода зайдет, пухнуть не будет. Но нужно два слоя. Ну а теперь пошел герметик вот. Жирным слоем мажем. И все. Все обработано. И даже здесь.
Теперь отец собирает систему. Диван наш должен перевести сюда. Вот так вот все выглядит. Стой, 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 стой. Отцепляйся. У тебя все, да? Да. Вот здесь вот не все. Все. Все, все. Пальцем проходи кругом, где вылезло, протирай все. Промежуточный этап. Все установили. Пошли самые тяжелые, это ящики. Опа, все четенько. Так, петли положили маленько не те. Вот я купил за 70 рублей штука с доводчиком. А положили вот эти. Это не подходит. Из нюансов здесь доработка. Сюда подложку поставили. Из-за того, что когда дверь закрывалась, здесь была лесенка. Здесь нужно подложить любую подложку, чтобы вот этот зазор ушел. Но это потом. Ну и тем временем, ребята, пока идет там сборочка, купили вот такой диванчик. Кстати, тоже брали на базе, напрямую. С самой хорошей тканью, премиум, он обошелся в 31 тысячу. Если брать в магазине, то он стоит примерно 45-47. Ну что, ребята, вот почти все собрали. Техника уже стоит, раковина стоит, кран стоит. Осталось вот фасады доделать. Что здесь делаем? Здесь мы зинкуемся, топим саморезы. Потом здесь будет двухсторонний скотч. Лепится сюда, и если нужно будет, там делаем отверстие и засверливаемся еще дополнительно. Ну вот, ребята, двусторонний скотч вот так вот лепим, и потом уже фасад. Ну что, ребята, все готово, как видите, уже обжился здесь. Полностью готовый низ, полностью готовый верх, все четенько. Давайте посмотрим, что здесь, как все выглядит. В общем, как видите, вырезали все в аккурат, все ровненько. Здесь, здесь и здесь. Здесь поставили площадку. Как видите, труба очень толстая, и вести ее везде смысла нету. Здесь уже пошла труба на 80. Точнее, площадка на 80, а труба на 95. А та труба на 120. Вот она идет. Здесь уже насквозь. Так, там без площадки. И вот еще площадочку привернули. И все. Так, вытяжка очень хорошая. Все уходит. Вот первая скорость, вторая, третья. Кстати, можно автоматически, чтобы срабатывало. Вот я закрыл, открываю, подсветка. И засасываю. В общем, так, что здесь? Здесь у нас посуда. Так, раз, два, три, три уровня. Так, все четенько. Кстати, петли с доводчиками. Полусфера. Ну, тут все просто. Так, теперь низ. Ну, здесь все тоже простенько. Я вам уже показывал. Тут все под герметиком, все в ажуре. Здесь герметик, в общем, полностью все загерметизировали, чтобы здесь ничего не пухло. Так, ну тут тоже ничего такого нету. Здесь вот полусфера, ну всякая ерунда там хранится. Пивная атрибутика. Так, здесь получается, можно там разные поддоны хранить. Так, вот три ящика, и вот самый большой, мощный, с доводчиками. Отбойник пока так, но мы его приклеим именно на клей, не будем ничто тут дырявить, ни стену, ни столешницу. Ну, смотрите,
Опа. Это холодное. Это горячее. Вот сейчас супер. А здесь нравится по кайфу. Все. Все четенько. Давайте теперь плюсы и минусы. Фасады очень классные, очень живучие, очень плотные. Саморезы заходят идеально, туго, все четко. Что относится, например, к каркасу на троечку? Здесь очень мало клея и, как бы сказать, рыхлые основы. Но если 10 раз ничего не крутить, так раза 3, раза 2 со всеми ошибками, то все будет четко, ничего срываться не будет. Так, покрытие хорошее, покрытие нравится. Единственное, что-то тут накосорезилось, это, наверное, из-за петли. Здесь вот все окей, а вот внизу упирается. Что мы не делали, ничего не получается. Что-то накосорезлена петля. Я даже, может быть, новую, другую куплю, поставлю, и все будет нормально. Она... Здесь все окей, с полусферой все идеально, а там вот как-то так. Хотя изгибы все идеально ровно, все четко. Маленький совет по мойке. Брать только такую по размерам. Смотрите, сейчас мы все мыли, и очень удобно ставить, например, бокалы, чашки сюда. Поставил, ну, помыл, поставил, все стекло. Если берете маленькую моечку, то ставите, естественно, на это дерево. Со временем все равно будет пухнуть. Как вы тут вот не обрабатываете, все равно будет пухнуть. Влага будет заходить. И чтобы такого не было, надо брать вот такую здоровую большую мойку. Да, вырезать сначала жалко такие здоровые куски. Но когда все монтируется, все идеально. Все четенько. Смотрится круто. Она глубокая, она широкая. Кстати, вот кран интересный. Недорогой, 1700 стоит, кстати. Мойка 6. Вот давайте по ценникам. Это чудо 9, это чудо 17, 3, ну и, как помните, 55 или 56 весь гарнитур. Ну а на вырученные деньги, ребята, как вы поняли, мы купили стиральную машину. Еще я остался в плюсе. Кстати, здесь надо мне резиночку подложить, чтобы дверца была вот так вот. И зазор красивее, и не топится. Видео записал просто так, это отчет, вы видели видос, как купил квартиру, как на протяжении года делал ремонт с отцом, но это уже получается как бы финалочка. И последний видос уже будет балкон, как из ничего сделать конфеточку. Все, ребята, всем удачи и пока!